Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Информ ТВ. О том, что Лариса Гузеева в данный момент находится в Болгарии, не знает только ленивый. Сама актриса заявила, что ее отдых затянулся, и в этом году она хочет побыть на Золотом побережье подольше, ведь ей нужно восстановиться после перенесенного коронавируса. Но отдых слегка перешел не в ту стадию. Сегодня утром во всех болгарских газетах громкие заголовки. Они утверждают, что Лариса отдыхает не одна, а в компании молодого актера Христа Живкова. 47-летний болгарский актер получил мировую известность после роли Иоанна в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Вполне возможно, что эти отношения перерастут во что-то серьезное. У звезд российского шоу-бизнеса, как мы уже знаем, большая разница в возрасте не проблема, а у них это всего 16 лет. В России у Гузеевой сейчас возвращаться нет смысла. В новых фильмах она не снимается с 2013 года. С 2008 жизнь звезды тесно связана с программой «Давай поженимся». Но в конце февраля этого года шоу пропало из эфира. С тех пор популярная телеведущая успела пожаловаться, что не привыкла долго отдыхать и не знает, чем себя занять во время вынужденного простоя. Напомним, муж Ларисы, Игорь Бухаров, моложе ее на один год. Они познакомились, когда Игорю было 17, а Ларисе 18. Но свадьба состоялась уже в 99-м, когда Гузеевой было 40. Она успела пережить множество романов, дважды побывала замужем и стала матерью сына Георгия. О том, что в семье звезды кино назрел кризис, заговорили еще в 2016-м. Гузеева пожаловалась прямо в эфире программы «Давай поженимся». Она рассказала, что Бухаров подошел к ней и предъявил претензии, что та сильно набрала вес. «Ты чего так опять разожралась?» – спросил он ее. «Держать не буду», – в ответ сказала знаменитость. Уже позже поклонники обсуждали, что супруги решили пожить отдельно. Лариса Андреевна тогда во всеуслышание заявила, что развода не будет, но, видимо, теперь этот вопрос будет поднят снова. А как вы считаете, красивая ли у них вышла пара с молодым актером? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!